Вот какая история когда-то в городе Орле приключилась. Я Орловской сторожил. Весь наш род в Орле, все были не последние люди. Отчаянного большого состояния не имели, но рубля на полтину никогда не ломали, слыли за людей честных. Отец мой скончался, когда мне пошел всего 16-й год. Делом всем правила матушка, а я только тогда присматривался. Во всем я по воле родительской был у матушки в полном повиновении. Баловства и озорства за мной не было никакого. Еще жила при нас маменькина сестра, а моя тетенька, почтенная вдова Катерина Леонтьевна. Домик у нас был небольшой, но очень хорошо по-купечески обряжен. И житье мы вели самое строгое. Я только и ходу знал, что в сыпные амбары, да к баркам на набережную, когда шла грузка, а в праздник к ранней обедне, и от обедни опять сейчас же домой. Мне даже в трактир Вену чай пить матушка ни за что не дозволяли. Ничего, дескать, там в Вене хорошего не услышь, сиди лучше дома, ешь моченые яблоки. Только одно полное удовольствие мне раз или два в зиму позволялось прогуляться и посмотреть, как мещане с семинаристами на кулачки бьются. Публики собиралось множество, а биться на кулачки мещане с семинаристами собирались или на лед, на оке под мужским монастырем, или к Новогорской заставе. Там сходились и шли стена на стену во всю улицу. Бивались часто на отчаянность. Мне же от маменьки было позволение только смотреть, а самому в стену, чтоб не становиться. Однако я был грешен, и в этом покойной родительнице являлся непослушен. Сила моя и удаль нудили меня, и если бывало мещанская стена дрогнет, а семинарская стена очень на нее наваливает и гнать станет, я бывало не вытерплю и становлюсь. Сила у меня с ранних пор состояла такая, что как только я бывало в гонимую стену вскочу, крикну: «Господи, благослови! Бей, ребята, духовенных, да начну против себя семинаристов подавать, так все и посыпятся». Но славы я к себе не искал, и только бывало прошу: «Братцы, сделайте милость не называть меня по имени, потому что боялся, чтобы маменька не узнали». Так я прожил до 19 лет и был здоров столь ужасно, что у меня стали обмороки, и кровь носом ушла. Тогда маменька стали подумывать меня женить. Но подвернулся вдруг самый нежданный случай. Сидим мы раз с тетенькой на святках после обеда у окошечка, толкуем что-то от божества, едим моченые яблоки, и вдруг замечаем у наших ворот на улице стоит тройка ямских коней. Смотрим, из-под кибитки вылезает человек в бобровом картузе в волчьей шубе. Тетенька, Катерина Леонтьевна очень обеспокоились. «Господи Иисусе Христе, помилуй нас, аминь», говорит, «ведь это братец Иван Леонтьевич. Твой дядя из Зельца приехал. Что это с ним случилось? Самых отцовых похорон 3 года здесь не был, и вдруг на святках привалил. Скорей, бери ключ от ворот, бежи ему встречу». Я бросился искать маменьку, а маменька стали ключ искать.
Да пока я к воротам выбежал, да в замок отпирать стали, да засов вытаскивать. Тройка уже отъехала, дядя один стоит и сердится. Что это вы, говорит, как тетери днем закупорились? Маменька здоровается с ним и отвечает: разве вы, братец, не знаете, какое наше орловское положение? Постоянно с ворами, и день, и ночь от полиции запираемся. Дядя отвечает, что это у всех одно положение. И мы, говорит, от своей полиции тоже запираемся. Но только ночью, а зачем же днем? Мы все извинились перед дяденькой, отвели его в комнаты переодеваться из дорожного платья, переобулся Иван Леонтьевич, одел сюртук, сел к самовару, а маменька стали его расспрашивать, по какому он такому делу приехал, что даже на праздничных днях побеспокоился. А Иван Леонтьевич отвечает: дело большое. У нас на первый день праздника дьякон оборвался. Стал служить хорошо по случаю освобождения от галов. Да все громче, да громче, да еще громче. И как возгласил о спасении, так ему жилой лопнуло. Вот мы и приехали сюда с нашим первым прихожанином Павлом Мироновичем хлопотать, чтобы нашего дьякона от нас куда-нибудь в женский монастырь монашкам свели. А здесь у вас промежду всех должны выбрать одного самого лучшего. А у вас, говорят, есть два дьякона с голосами. Один у Богоявления, другой на Дьячковской части у Никития. Выслушаем их во всех манерах. И которого изберем, того к себе сманим. А который нам не годится, тому во второй номер получай за беспокойство на ряшу деньгами. Павел Миронович поехал теперь собирать их на пробу, а мне надо идти. Говорят, у вас есть гостинник, у которого всегда пустая гостиница. Возьмем в ней три номера насквозь и станем пробу делать. И должен ты, брат Мишутка, сейчас вести меня туда, в провожатых. Окажи родственную услугу, проводи, сделай милость на чужой стороне дядю родного. Я вежливо отвечаю, что это я, дяденька, готов со всей моей радостью. Ну, я сам собой не владею, как маменька прикажет. А маменьке же это совершенно не понравилось. Зачем вам, говорит, братец, в такую компанию с собой Мишу брать? Можно сделать, что вас другой кто-нибудь проводит. Да мне с племянником-то приличней ходить. Ну да, что он еще знает? Да небось, все знает. Мишутка, знаешь все? Я застыдился. Нет, говорю, я всего знать не могу. Почему же так? Маменька не дозволяет. Вот так дела. Ну, одевайся же сейчас, пойдем во все следы, пока дойдем до беды. Я-то тронусь, то стою как пень, и его слушаю, и вижу, что маменька ни за что не хотят меня пустить. У нас, говорит, Миша еще млад, он в вечернее время со двора никуда выходить не обык. Ну, зачем тебе его непременно? Теперь не оглянешься, какие сумерки и воровской час будет. Ну, тут дядя на них даже покричал. Да полно вам, в самом деле, дурачиться. Что это вы, парня, в бабьем рукаве парите? Малый вырос такой, что вола убить может, а вы его все в детках держите. Ему надо развитие сил жизни иметь и утверждение характера. А мне он нужен, потому что... Помилуй Бог, на меня в темноте в самом деле ваши орловские воры нападут или полиция обходом встретится. Так ведь при мне все наши деньги на хлопоты. Ведь тут сумма есть, чтобы и оборванного дьякона монашкам сбыть, и себе сманить сильного.
Неужели вы, родные сестры, столь безродственны, что хотите, чтобы меня, брата вашего, по голове огрели или в полицию забрали? А там я после безо всего остался. Маменька отвечает: Боже, нас сохрани от этого. Ни в одном дельце родственность уважают. Ну ты возьми с собой приказчика. Или даже двух молодцов из трепачей. У нас трепачи страсть, очень сильные. По 8 фунтов одного хлеба в день едят, без приварка. Но дядя не захотел. Куда мне, говорит, годятся наемные люди? Вам, сестрам, даже стыдно об этом говорить. А мне идти с ними стыдно и страшно. Потому что они пойдут провожать, да сами же первые и убьют. Стал на своем и не уступает. Вы, говорит, мне в этом никак не можете отказать, иначе я родства отрекаюсь. Этого маменька с тетенькой испугались, переглядываются друг на дружку, дескать, что нам делать, как быть? А я смотрю на мать и на тетеньку, и самому на нутре весело, и эта дяденькина елецкая развязка очень мне нравится. Кого же, спрашиваю, я должен слушать? Дядя говорит, самого старшего слушать должен. Меня и слушай. Я тебя не навек, всего на 1 час беру. Маменька, вопию, что вы мне прикажете? Маменька отвечает, ну что же, если всего на 1 час, так ничего, иди, проводи дядю. Но больше 1 часу, 1 минуты не оставайся. Минуту промедлишь, умру со страху. Ну, вот еще говорю, приключений. Как же это я могу знать, что час уже прошел, и что новая минута начинается? Дядя хохочет. На часы, говорит, на свои. Посмотришь и время узнаешь. У меня, отвечай, своих часов нет. Ах, у тебя до сих пор часов нет, ну плохо же твое дело. А маменька отзывается, да на что ему часы, он еще млад, их заводить не сумеет. И на улице слышно, как на Богоявлении, на Девичьем монастыре часы бьют. Я отвечаю, вы разве не знаете, что на Богоявленских часах вчера гиря сорвалась, они не бьют. Ну так девичий, а девичьих никогда не слышно. Но дядя вмешался и говорит, ничего, ничего. Одевайся поскорей, не бойся просрочить. Мы с тобой зайдем к часовщику, и я тебе часы в подарок куплю. Пусть у тебя за провожание дядина память будет. Дяденька был своего слова барин. Как только мы вышли, он говорит, свести скорее живейного извозчика, поедем к часовщику. А у нас тогда в Орле путные люди на извозчиках по городу не ездили. Ездили только какие-нибудь гуляки, а больше извозчики стояли для наемщиков, которые в Орле за других во все места в солдаты нанимались. Я говорю, я, дяденька, свистать умею, но не могу, потому что у нас на живейниках наемщики ездят. Дядя говорит, дурак, и сам засвистал. А когда подъехали, опять говорит, садись без разговоров. Пешком мы оборотить за час к твоим бабам не сумеем, а я им слово дал, а мое слово – олово. Я как не упирался, должен был с ним рядом сидеть. Чтоб скандала не заводить. Еду, а сам глаз поднять не смею. Не гляжу, а вижу и слышу, как все вокруг меня будто говорят. Вон оно что. Арина-то Леонтьевна, Миша, уж на живейнике едет. Ну, не могу терпеть. Как, говорю, дяденька, угодно, я сейчас долой спрыгну. А он меня придержал и смеется. Неужели, говорит, у вас в Орле все подряд дураки, что подумают, будто старый дядя тебя по дурным местам будет возить? Где у вас тут лучший часовщик? Приехали. И дядя мне часы в подарок купил. Серебряные,
с золотым ободком и с цепочкой. Такие, говорит, часы у нас в Ельце теперь самые модные. Я его поблагодарил и часам очень рад, но только прошу, чтобы он больше со мной на извозчике не ездил. Хорошо, хорошо, говорит дядя. Веди меня скорее в Борисоглебскую гостиницу, мне надо сквозной номер нанять. Я его проводил, а сам скорее домой. И часы, дядин подарок, показываю. Маменька, посмотрели и говорят, ну что же, очень хороши. Повесь их у себя над кроваткой на стенку, а то ты их потеряешь. А тетенька отнеслась еще с критикой. Зачем это, говорит, часы серебряные, а ободок желтый? Это, отвечаю, теперь в Ельце самое модное. Пустяки какие у них в Ельце выдумывают. Ну, я, чтоб не спорить, вбил над кроваткой гвоздик, повесил часы, сам прилег на подушку и гляжу на них, любуясь. Очень мне приятно, что у меня такая благородная вещь. И как они хорошо тихо тикают. Тик-тик-тик-тик. Я слушал, слушал, да и заснул. Просыпаюсь от громкого разговора в зале. Дядя рассказывает, я в Борисоглебской гостинице все приготовил. Сквозь все комнаты открыты будут, приезжих никого нет, кричите сколько хотите, обижаться будет некому. Мне сейчас надо идти уставлять угощение, а Павел Миронович поедут за деканами. Они просили, чтоб в сумерки. Потому что наш народ говорит, шельма все пронюхает. Только я вот этих сумерок-то у вас в Орле боюсь. А как вы до воровского часу не оставайтесь, ничего с вами не приключится. Чего же у вас в таком случае полицмейстер смотрит? А тетенька отвечает, полицмейстер у нас есть, с названием Цыганок. Он свое дело и смотрит, хочет имение купить. А если кого ограбили, он говорит, зачем ночью дома не спал и не ограбили бы. Он бы лучше чаще обходы посылал. Да уж посылал. Ну и что? Да еще хуже стали грабить. Экой город несуразный, вскричал дядя. Ну как хотите, а я опять с собой племянника Мишу возьму. Нас с ним вдвоем никто не обидит. Маменька сначала и слышать не хотели, чтобы меня отпустить, но дяденька стал обижаться и говорит, да что же это такое? Я же ему часы с ободком подарил. Он неужели будет такой неблагодарный, что пустой родственной услуги не окажет? Не могу же я теперь все дело расстроить. Маменька, как ни смущались, должны были меня отпустить. Но уж зато строго-престрого наказывали, чтобы не пил, и по сторонам не смотрел, и никуда не заходил, и поздно не запаздывался. Я ее всячески утешаю. Ну зачем, маменька, по сторонам, когда есть прямая дорога? Я при дяде? А хоть и при дяде, все равно до воровского часу не оставайся. Я спать не буду, пока вы домой обратите. А потом за дверью крестит меня и шепчет, ты на дяденьку Иван Леонтича не смотри. Они в Ельце все колобродники. К ним в их дом заходить страшно. Они чиновника позовут угощать, а потом силой в рот льют или за ворот выливают. А шубу спрячут, ворота запрут, а сами поют. Кто не будет пить, того будем бить. Я его с этой стороны знаю. Да хорошо. Отвечаю, маменька, хорошо, хорошо, во всем за меня будьте спокойны. Наконец вышли мы с дяденькой за ворота. Сейчас побежали туда-сюда, в рыбные лавки, в ренсковые погреба. Всего накупили, все отсылаем в Борисоглебскую в номера. Сейчас самовары греть заказали,
закуски раскрыли, вино и ром расставили, и хозяина Борисоглебского гостинника в компанию пригласили и просим, что мы ничего нехорошего делать не будем, но только желание наше и просьба, чтобы никто чужой не видал и не слыхал. Это, говорит, сделайте ваше одолжение. Клоп разве один в стене услышать, а больше некому. Вскоре же и Павел Миронович приехал, и обоих деканов с собой привез. Закусили сперва начерно булочка да икорки, и сейчас поблагословились за дело. Прежде Павел Миронович посередине комнаты стал и показал, что у них главное в дельце купечество от деканов любит. После того, как Павел Миронович прокричал, стали себя показывать оба декана. Сначала один, потом другой, одно и то же самое возглашать. Богоявленский диакон был черный, мягкий, весь как на вате стеган, а Никитский диакон рыжий, сухой, как есть хреновый корень, и бородка маленькая, смычком. Как начали кричать, невозможно выбрать, который лучше. В одном роде у одного лучше получается, в другом роде у другого приятней. Сначала Павел Миронович показал, как у них в ельце любят, чтобы издали ворчание раздавалось. Проворчал: «Достойно есть!» Потом: «Прободи, владыко!» «И пожри, владыко!» Потом оба дьякона это же самое сделали. Ну, потом заунывное вечный покой. Никитский дьякон за войкою всем так понравился, что и дядя, и Павел Миронович начали его целовать и обнимать, и упрашивать, нельзя ли от всего своего естества развести еще поужасней. Дьякон отвечает: «А чего же нет? Мне эта религия допускает. Но надо бы чистым ямайским ромом подкрепиться, от него раскат в грудях шире идет». «Так сделай твое одолжение. Ром на то изготовлен. Хочешь, из рюмки пей. Хочешь, из стакана хлещи. А лучше бутылку обороти и перелей из горлышка». Дьякон отвечает: «Нет. Я за раз больше стакана не обожаю». Подкрепились. Дьякон и начал снизу: «Во блаженном успении вечный покой!» И пошел подымать все вверх, и все с густым подвоем. «Всем усопшим владыкам Орловским и Севским, Аполлосу же и Досифею, Ионе же и Гаврилу, Никодиму же и Иннокентию, и как дошел до сотвори им», так даже весь кадык клубком в горле выпятил и такую завойку взвыл, что ужас стал нападать. И дяденька начал креститься и под кровать ноги подсовывать, я за ним то же самое. А из-под кровати вдруг что-то бац нас по булдашкам. Мы оба на середину комнаты выскочили и трясемся. Дядя в испуге говорит: «Ну вас совсем, оставьте их, не зовите их, больше они уж и так под кроватью толкаются». Павел Миронович спрашивает: «Кто может под кроватью толкаться?» Дядя отвечает: «Покойнички». Ну, Павел Миронович не оробел, схватил свечку с огнем и под кровать, а из-под кровати на свечку что-то дунуло, и подсвечник из рук вышибло, и лезет оттуда, видя наш купец из мясных рядов. Мы все, кроме гостинников, в разные стороны кинулись: «Чур нас, чур!» А из-под другой кровати еще другой купец вылезает. «Ну что же это такое значит?» На эти оба купца говорят: «Пожалуйста, это ничего не значит, просто мы очень любим басы слушать». А первый купец, который нас по ногам ударил, упал, Миронович свечу вышиб, извиняется, что, дескать, мы его сами сапогами зашибли, а Павел Миронович свечой чуть лицо не подпалил.
Но Павел Миронович рассердился на гостинника и стал его обвинять, что раз за номера заплачены, то нечего было сторонних людей под кровать накладывать. А гостинник отвечает: а эти хозяева оба мне родственники. Я им хотел родственную услугу оказать. Я в своем дому, что хочу, то могу. Нет, не можешь. Нет, могу. А если тебе заплачено, так что ж то заплачено? Это дом мой. И мне мои родственники всякой платы дороже. Вы их ни пятками ткать, ни глаза им жечь огнем не смеете. Да не нарочно мы их пятками ткали. Мы только ноги свои подвели, говорит дядя. А вы бы ног не подводили, а прямо сидели. А мы подвели с ужаса. Ах, вы поджигатели, а вы бунтовщики. И пошли в этом роде бесконечной глупости. Гостиник кричит: я сейчас таких орловских молодцов кликну, что вы ни одного не переломленного ребра домой в Елец не привезете. Я испугался, говорю: дяденька, тут сейчас убийство выйти может. Дядя и сам устрашился. Хватай, говорит, шубу. И уйдем. Выскочили мы в другую комнату, захватили шубы и рады, что на вольный воздух выкатились. Но только тьма кругом такая густая, что и изги не видно, и снег мокрый-премокрый, так целыми хлопками в лицо и лепит, так глаза и застилает. Веди, говорит дядя, я что-то вдруг все забыл, ничего рассмотреть не могу. Вы, говорю, только ноги скорее уносите. А снег так и слепит. И как мы из духоты выскочили, то не весь что кажется. Будто кто-то на нас со всех сторон вылезает. Позвольте, говорю, дяденька, сообразить, где мы находимся? Неужели ты в своем городе примет не знаешь? Да нет, знаю, мол. Первая примета — у нас два собора. Один большой, новый, другой маленький, старый. И нам надо промежу них вправо взять. Но я теперь за этим снегом не вижу ни большого собора, ни маленького. Вот так раз, говорит дядя. Это с нас в самом деле шубу снимут. Или совсем разденут. И нельзя будет знать, куда бежать голым. Насмерть простудиться можно. А вось, говорю, Бог даст, не разденут. Да ты силен или нет, перебил дядя. Ну, хвалиться, говорю, особой насилой не стану. Ну, ежели пятака 3-4 старинных кулак зажму, то могу какого хотите подлета треснуть прямо на помин души. Да хорошо, говорит, если он будет один. А если вдвоем или в целой компании, ничего, говорю. Если и вдвоем так справимся, вы поможете. А большой компании подлета не ходит. Но только успел я это проговорить, как вдруг слышу, сзади за нами кто-то идет и еще поспешает. Позвольте, говорю, мне кажется, будто кто-то идет. А что? И я слышу, что идет, отвечает дядя. Остановимся и пропустим его мимо себя вперед. А было это как раз на спуске с горы, где зимой через лед между барок ходят. Мы оба с дяденькой остановились. И что вы думаете? Тот человек, который за нами шел, тоже, должно быть, стал, шагов его сделалось неслышно. Не ошиблись с ним, говорит дядя. Может, никто и не шел? Нет, отвечаю. Я явственно слышал шаги. И совсем близко. Подождали еще? Ничего не слышал. Только дальше пошли, слышим, и этот за нами поспевает. Слышно даже, как спешит. Мы убавили шагу, пошли тише, и он тише. Мы прибавили шагу, и он шибче подгоняет. Вот-вот самый след врежется, а снег, как назло, еще сильнее повалил. Идешь точно в горшке. С простоквашей мешаешь. И бело, и мокро, весь облипший. А впереди теперь у нас ока. И надо на лед сходить. А на льду пустые барки. А нам, чтобы домой пройти, надо между этих барок
тесными проходцами пробираться. А у подлета, который за нами следит, уж верно, тут где-то спрятаны его воровские товарищи. Им всего способней на льду между барок и грабить, и убить. Ну, говорю, дяденька, теперь я от вас скрывать не стану. Здесь и есть самая опасность. Идите вы теперь, говорю, дяденька, вперед. Зачем же, говорю, вперед? Да за тем, что впереди безопаснее. Да от чего безопаснее? От того, что если подлет на вас налетит, то вы на меня подадитесь. Я вас поддержу, а его съезжу. Нет, говорит дядя, я впереди идти опасаюсь, потому что он может меня по лбу гирей стукнуть. Ну, а позади вам еще страшнее, потому что он может вас в затылок свайкой свистнуть, так череп и треснет. Однако, пойдем лучше рядом под ручки. Ну, только мы под локотки взялись и по этим коридорчикам между барок тискаться начали, слышим мы, тот задний опять от нас не отстал, опять он за нами лезет, шуршит, слышно, как боками лезет, и вот-вот меня рукой сзади схватит. А с горы слышно, еще другой бежит. Ну, видимо, дело подлеты, надо уходить. Рванулись мы вперед, а темно. Тесно, ледышки торчком стоят. Нельзя скоро идти. А этот задний совсем у меня за плечом дышит. Я говорю, дяде, все равно нельзя миновать. Оборотимся. Ну, только мы к нему передом оборотились. Он как пригнется, бездельник, да как кот между нас шарк. Мы оба с дяденькой так с ног долой срезались. «Лови, лови его, Мишутка!» — кричит дядя. «Он с меня бобровый картуз сорвал!» А я ничего не вижу. Ну, про часы. Вспомнил, хватит себя за часы. А вообразите, моих часов нет. Сорвал, бестия! С меня самого, отвечаю, с часы сорвать. И я, себя позабывши, кинулся за этим подлетом, на свое счастье тут же за барками, в темноте его изловил, сбил с ног, сел на него... Отдавай часы. А он хоть бы слово в ответ. Ну, зубами меня, подлец, за руку тяпнул. Ах ты, собака, говорю. Ишь, как кусается. Я ему рот обшлагом рукава заткнул, а другой рукой за пазуху сразу часы нашел, вытащил. Тут и дядя подоспел. Держи, держи его, говорит, я его разутюжу. И начали мы его утюжить. И по-орловски, и по-елецки. Жест. Только его отколошматили до того, что он только когда вырвался от нас, так тогда закричал «караул». И сейчас же на другой стороне, на горе, тоже кто-то закричал «караул». «Каковы разбойники?» — говорит дядя. «Сами людей грабят, сами караул кричат». «Ты часы у него отнял?» «Отнял. Чисто мой картуз не отнял». «Да у меня, отвечаю, про ваш картуз совсем из головы вышло». «Ну вот, а мне теперь холодно, у меня плешь». Ну так возьмите мою шапку. Да не хочу я твоей шапки. Мой картуз у Фалеева 50 рублей дан. Он вынул из кармана носовой платок, носовым платком повязался. Так и домой прибежали. Маменька с тетенькой, как увидели, что дядя вошел весь в снегу вывален и по бабье носовым платком повязан, так сразу обе ахнули и заговорили: «Господи! Да что же это такое? Да где же ваш зимний картуз, который на вас был?» «Прощай, брат мой, зимний картуз», — отвечает дядя, — «нет его. Владычица наша Богородица, где же он? Ваши орловские подлеты на льду сняли». «Тот-то мы слышали, как вы караул кричали». «Да нет, это не мы караул кричали, а воры. Мы сами себя оборонили». Маменька с тетенькой так и вскипели. Как? Неужели и Миша силой усиливался? Да Миша это все главное дело сделал. Он только мой картуз упустил, зато часы отнял. Я вижу, маменька, и рады, что я так поправился. Разумеется, говорит, ну, слава богу, что ты часы снял. Да, с маменька снял, и ах, как снял. В одну минуту шиб его с ног, рукавом рот заткнул, чтобы он не кричал. По другой рукой за пазуху засунул, вытащил часы. А тут мы его с дяденькой колотить начали. Ну уж это напрасно. А нет, пусть шельма помнит.
Часы-то не испортились. Да нет, не должно быть, только, кажется, цепочку оборвал. С этими словами вынимаю из кармана часы, рассматриваю цепочку, а тетенька вглядывается и говорят: а это чьи же такие часы? Как чьи? Разумеется, мои. А ведь твои были с ободочком. Ну и что же? А сам смотрю и вижу, на этих часах золотого ободка нет, а вместо того на серебряной дощечке пастушка с пастушком. Я весь затрясся. Господи, да ведь это же не мои часы. Тетенька говорит: вот так штука. Я швырнул вынутые эти часы на стол и, чтобы их не видеть, ушел в другую комнату. А там слышу, на стене над кроваткой мои часы потюкивают тик-так, 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 висят, как святые, на своем месте. Тут я треснул себя со всей силы ладонью в лоб и уже не заплакал, а завыл: Господи, да кого же это я ограбил? Маменька, тетенька, дядя испугались, прибежали, трясут меня: что ты, что ты? Успокойся, отстань. Те говорят меня: пожалуйста, как я могу успокоиться, когда я человека ограбил? Они посмотрели на стенку, куда я им показал, и видят, на стене висят и преспокойно тикают подаренные мне дядей серебряные часы с золотым ободком. Дядя первый образумился, свят, 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 говорит: ведь это твои часы? Ну да, конечно, мои. Так ты их, значит, верно, не надевал, а здесь оставил? Да уж видите, что здесь оставил. А те-то, те-то, чьи те, которые ты снял? А я почем знаю, чьи они? Так что же это такое? Сестрицы мои головушки, ведь это мы кого-то ограбили. Маменька так с ног долой и срезалась. Как стояла, так вскрикнула, на том же самом месте на пол села. Я к ней, чтоб поднять, она гневно: прочь, грабитель. Тетенька только во все стороны крестит: свят, 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 свят. А маменька схватились за голову и шепчут: избили кого-то, ограбили, сами не знают кого. Я говорю: позвольте, маменька, это же все по ошибке. Но она и слушать не хочет, а все ткнет меня косточками перстов в голову и причитает притчью по горю злосчастью: берегла сынка в страхе Божьем столько лет, а он вот к чему готовился. Тать, нет, тать, она ту же стать. Теперь ни одна порядочная девушка в Орле за тебя замуж не пойдет, потому что все, все узнают, что ты сам подлет. То есть это настоящий ад в доме сделался. Обнялись, маменька, обе с тетенькой, и, обнявшись, обе плачучи, удалились. Я сел, облокотился об стол. Не помню, сколько часов просидел, все думал, кого же это я ограбил. Каждого жалко. А вдруг это мой крестный Кулабухов шел, а я его тут обработал, крестник своего крестного. Пойду на чердак и повешусь, больше мне ничего не остается. А дядя только ожесточенно чай пил. Потом подходит ко мне и говорит: полно сидеть, повеси нос, надо действовать. Вставай поскорей, пойдем вместе, сами объявимся. Лучше самим повиниться, чем нас разыскивать станут. Бери обои часы и пойдем. Я согласился, взял и свои часы, которые мне дядя подарил, и те, которые ночью принес, и, не здоровавшись с маменькой, пошли. Пришли в полицию, а цыганок сидит уже в присутствии перед зерцалом, совсем как черный таракан, усы торчком и разговор самый грубый. Дядя по-своему, по-елецки, захотел было к нему близко, но он закричал: говорите, залеча. Мы остановились. В чем у вас дело? Дядя говорит: перво-наперво вот, и положил на стол барашка с бумажкой. Цыганок прикрыл. Тогда дядя стал рассказывать: так это вас, что ли, нынче ночью ограбили?
Точно так. Возвращались мы с племянником в 11 часов, а за нами следовал неизвестный человек. А как стали мы переходить через лед между барок... Стойте! А кто с вами был третий? Ты чё? Никого не было, кроме этого вора. А кого там нынче ночью утопили? Утопили? Да. Ну, ничего не известно, ни о каком утоплении. Это вы человека утопили. Да мы даже ничего не слышали ни о каком утоплении. Кто утонул? Неизвестно. Бобровый картуз около проруби найден, а кто его носил, неизвестно. Бобровый картуз? Да. Принесите ему картуз, что он скажет. Квартальный достал из шкафа дядин картуз. Дядя говорит, это мой картуз. Его вчера с меня на льду вор сорвал. Цыганок глазами захлопал, захлопал. Что ты врешь, говорит? Какой вор? Вор не шапку сорвал, вор часы снял. С кого, вас его высокородие? С Никитского дьякона. С Никитского дьякона? Да, его очень избили, этого Никитского дьякона. Мы так и обомлели. Так это вот мы кого обработали. Цыганок говорит, а вы должны знать этих мошенников. Дядя отвечает, да, это мы сами и есть. И рассказал, как дело было. А где ж теперь эти часы? А вот, извольте, вот одни часы, вот другие. И только. Дядя положил еще барашка. Вот это еще к всему. Прикрыл и говорит, привезти сюда дьякона. Вошел сухощавый дьякон. Весь избитый, голова перевязана. Цыганок смотрит на меня и говорит, видишь, я кланяюсь. И говорю, ваше высокоблагородие, я все претерпеть достоин только от дальнего места. Помилуйте, я один сын у матери. Да нет, ты христианин или нет? Есть в тебе чувство? Я вижу этакой разговор несообразной и говорю, дяде, дяденька, дайте за меня, вам дома отдадут. Дядя подал. Ну как у вас дело было? Дьякон стал рассказывать. И как его с ног сшибли и избили, и часы сняли, вот и цепочки обрывок. Покажите цепочку. Сложил этот обрывочек цепочки с тем, который при часах остался, и говорит, так оно и есть. Смотрите, ваши это часы. И это мои самые есть, я желаю их в обрат получить. Нет, этого нельзя. Они должны остаться до рассмотрения. А как же, говорит, за что я избит? А это вы у них спросите. А дядя вмешался и говорит, ваше высокоблагородие, ну что с нас спрашивать понапрасну? Это действительно наша вина. Это мы отца дьякона били, мы и справимся. Ведь мы его с собой в Елец берем. А дьякон так обиделся, что и совсем не в ту сторону. Нет, говорит, еще позвольте, чтобы я с вами в Елец согласился. Только упросили, и на первый раз со мной такое обхождение. Дядя говорит, отец дьякон, ведь это же в ошибке все дело. Хороша ошибка, когда я шею повернуть не могу. Да мы тебя вылечим. Не хочу я вашего лечения. А вы заплатите мне 1000 рублей за отстройку дома. И заплатим. Меня бить нельзя. На мне сан. Ну и сан удовлетворим. Тут и цыганок стал дядя помогать. Елецкие, говорит, купцы удовлетворят. Кто там еще есть? Вводят Бориса Глебского гостинника и Павла Мироныча. На Павла Мироныча сюртук весь изодран, и на гостиннике тоже. За что дрались, спрашивает цыганок. А они оба кладут ему по барашку на стол и отвечают, ничего, ваше высокоблагородие, не было, мы опять в полной приязни. Ну, прекрасно, раз за побои не сердитесь, ваше дело. Ввести сюда другого дьякона. Входит черный дьякон. Вы это зачем же ночью будку сломали? Я, ваше высокородие, был очень испугавшись. Чего ж вы могли испугаться? На льду какие-то люди громко стали караул кричать.
Я назад бросился и прошусь к бутышнику, чтобы он меня от подлетов спрятал, а он гонит. Я, говорит, не встану. Я подметки под сапоги отдал, подкинуть. Ну, я с испугу на дверь понапер, дверь сломалась, я виноват. Вскочил в будку и заснул. А утром просыпаюсь, ни часов, ни денег нет. Ну, что же, говорит цыганок, ну, что же, Елецкий, и этот дьякон из-за вас пострадал. И у него часы пропали. Ну, ваше высокородие. Нам надо домой сходить, занять у знакомцев. Здесь при нас больше нету. Так и вышли все, а часы там остались. И скоро во всем этом утешились. И много еще было смеху и потехи, и напился я тогда с ними первый раз в жизни пьян в Борисоглебской. Ехал по улице на извозчике, платком махал. А потом они денег в Орле заняли и уехали. А дьякона с собой не увезли, потому что он их очень забоялся. Как мне просили, не поехал. Вот и вся история.